Королева,
пісень, Адель? Мені здається, що в вашій консерваторії видять вас гораздо реже, чим у нас під балконом. А госпожа Розалінда вдома? Ні, вона у портнихи, господин Альфред. Вот незадача. Целых два месяца я не видел ее. Адель, а за это время она хоть изредка вспоминала обо мне. О, сколько раз! И что же она говорила? Каждое утро одно и то же. Адель, говорила она, если сегодня придет господин Альфред, меня нет дома. Адель! Передай это своей госпоже. Конечно, передам. Генри. Как ты себя чувствуешь, дорогая? Хорошо, милый. Но я ужасно расстроена. Да? Это кстати. Дело в том, что я шел как раз, чтобы тебя расстроить. И очень боялся. Но раз ты уже расстроена, тем лучше. Увы, Розалинда, меня сажают в тюрьму. В тюрьму? Из-за этого лесничего, которого ты подстрелил? Нет, Розалинда. Не из-за лесничего. А за что? За рябчика. Хотя, по правде, дело здесь не столько в рябчике, сколько в этой старой свинье, прокуроре Амедей, в угодьях которого я охотился. Так? Ты знаешь, он оказался председателем общества по борьбе с браконьерством. Я предлагал ему любые извинения, любой штраф. Но он стоял на том, чтобы я сел. Боже мой, зачем, зачем ты только охотился в его владениях? Все произошло совершенно случайно. Когда мы с Эммой вышли из поезда, то мы направились самой кратчайшей дорогой к охотничьему домику. Погоди. С какой Эммой? А кто сказал с Эммой? Ты? А почему это тебя удивляет? Прости, Генрих, меня это больше, чем удивляет. А кто такая Эмма? Собака. Собака? Где ты ее взял? Мне ее одолжил Шульц. И собаку Шульца зовут Эмма? Эмма! Что за фантазия назвать собаку именем жены? Ну что ты хочешь от Шульца? Он вообще фантазер. Ты же знаешь, как он называет свою жену? Киса. А что тут удивительного? Ну, Розалинда, ты меня поражаешь. Назвать жену именем кошки для тебя не удивительно, а назвать собаку именем жены для тебя удивительно. Где логика? Я не понимаю. Ну, ладно, дело не в этом. Ну вот, идем мы с собакой. Самой кратчайшей дорогой. Идем, разговариваем. А кто? Кто с кем разговаривает? Ну, естественно, что я с собакой. Не собака же со мной. Ну вот мы идем, идем, идем. Кругом природа, погода. Эмма резвится, как ребенок. Я и не заметил, как мы забрели на территорию этого проклятого прокурора. Вдруг что-то прррр, рябчик. Эмма как закричит нечеловеческим голосом. Генрих, стреляй! Да подожди. Как же эта собака может кричать нечеловеческим голосом? Стреляй, Генрих. А ты что хочешь, чтобы она закричала человеческим голосом? Стреляй. Естественно, не человеческим. Она закричала «Гау, гау, гау!» У нее хвост в струнку, грудь вот так, лапки вот так, на лице румянец. На чьем лице? На моем, естественно, на моем. Ты даже не представляешь, Эмма всегда такая спокойная женщина. Так значит, Эмма все-таки женщина? Да нет, я говорю, Эмма всегда такая спокойная. Женщина с легкостью управится с такой собакой, и вдруг она рвется вперед, как бешеная. Я стреляю из одного ствола. Рябчик падает вниз. Я стреляю из другого. Грудь чуть-чуть ниже. И вверх вивается лесничий.
Рябчик молчит, лесничий кричит, все сбегаются. И вот я браконьер. Сегодня суд. Суд удаляется, суд возвращается, все встают, меня сажают. И вот сегодня в 8 часов вечера за мной приедет тюремная карета. И меня, финансиста Генриха Айзенштейна, повезут через весь город, как последнего бродягу. Боже мой, боже мой. Неужели ничего нельзя сделать? Нет, нет. Что говорит адвокат? Адвокат. Он оказался полной бездарностью. Нет, ничего не поделаешь. Пора собираться. Как? Уже? Генрих, ты что же, не можешь пойти попозже? Тюрьма-то, наверное, работает круглые сутки. Нет, я дал слово судье, что сегодня вечером буду ровно в 8. Дорогой мой, я не представляю, как ты там будешь жить. Ты ведь не знаешь, какое там может быть общество. Общество? Какой-нибудь сброд, с которым интеллигентному человеку нельзя будет поговорить. Господи, пошли, чтобы за это время посадили как можно больше порядочных людей. Чтобы тебе не было там скучно. Господин Фальк, вы слышали? Генриха сажают в тюрьму. Сударыня, я вполне разделяю ваше огорчение, но... В конце концов, просидеть там каких-нибудь пару дней, это не так уж много. Ну, во-первых, не пару, а 10. Ну, 10. Хорошо тебе говорить, ну, я дома подряд не сидел столько дней. Ну, Генрих, никто не виноват, что ты вдруг ни с того ни с сего сделался охотником. Да? А вот почему вы не отговорили его от этого? А еще друг. Сударыня, я всегда высказывался против охоты. Ну, вы, может быть. А Шульц? Шульц! Он даже одолжил ему свою собаку. У Шульца нет собаки. Генрих мне только что сказал, что у него есть собака. Генрих, ты что, ты мне сказал неправду? Нет, но вообще... Сударыня, неужели вы думаете, что Генрих может сказать вам неправду? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, значит, вы мне сказали неправду. Я никогда не лгу. Ну, если вы говорите, что у Шульца нет собаки... Да. А Генрих говорит, что есть... Да. Ну, так значит, кто-нибудь из вас... Обязательно говорит неправду. Сударыня, я сейчас вам все объясню. Дело в том, что... Ровно 20 минут назад собака Шульца сдохла. Генрих об этом ничего не знает. А я знаю, поэтому он говорит... Есть собака. А я говорю, нет собаки. А чего она сдохла? Разрыв сердца, сударыня. Прямо на моих глазах. Бедный Гектор. Я так его любил. Почему Гектор? Эмма. Эмма это жена Шульца. Нет, я знаю, что жена. Но Генрих мне сказал, что... Собаку Шульца тоже зовут Эмма. Кто сказал? Генрих. А вы говорите Гектор. Я сказал. Да, 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 вы сказали. Ну да. Ну да. Это же очень просто. Дело в том, что Гектор стал Гектором буквально перед смертью. А до этого он был Эммой. Это как же это может быть? Я вам должен объяснить, господа, что Шульц купил свою собаку, Эмму, значительно раньше, чем он познакомился со своей женой, Эммой. И когда он женился, у него, как вы сами понимаете, начались из-за этого... Всяческие недоразумения. Я уже ничего не понимаю. Какие недоразумения? Ну, ведь это очень просто. Ну, скажем, Шульц сидит один у себя в комнате. Ему скучно. Он хочет позвать жену или собаку. Естественно, он кричит «Эмма, Эмма». И что же получается? Что получается? Собака думает, что зовут жену.
и не трогается с места. А жена думает, что зовут собаку. И тоже не идет. Представляете, какая у него началась семейная жизнь. Ну, терпел он, терпел и решил переименовать собаку. И назвал ее Гектором. Но Гектор, это же мужское имя. Мужское. Мужское. Мужское, да. Мужское. Мужское. Ну? Но ведь как Шульц рассуждал? Как рассуждал Шульц? Если он даст собаке новое женское имя, ну, скажем, Альма, то что ждет его в будущем? М? Характер у него тяжелый. Жена может от него уйти, собака никогда. С другой стороны, человек он молодой и может жениться во второй раз. Где гарантия, что его новая жена не окажется тоже Альмой? А где гарантия? М? Поэтому он и дал собаке новое мужское имя. Ну, собака, очевидно, этого не выдержала и сдохла. Сдохла Гектором, будучи по существу Эммой. Фу. Как у вас жарко. Дорогая, прикажи, пожалуйста, Аделе, чтобы она принесла господину Фальку что-нибудь прохладительное. Спасибо, Фальк. Ты настоящий друг. А ты? Настоящая свинья. Что? Нашел время читать нотации. Черт знает что. Господи, что ты говоришь? А я должен тебя... Кому? Да, кому ты читаешь? Кому? Кому? Узнику. Черт, вместо того, чтобы облегчить мне последние минуты расставания. Позволяешь себя. Черт, черт. Не угодно ли, господин Фальк? Пожалуй. Господин Фальк, позвольте мне поговорить с вами, но не как с вами, а с вами как с директором театра. Ну, в чем дело? Наймите меня к себе в актрисы. Что за фантазии? Я согласна на любые условия. Я согласна за самое-самое маленькое жалование играть самые-самые большие роли. Адель, ты сошла с ума. Господин Фальк, я прочитала все книги, какие только есть у хозяина. И каждое утро я представляю себе, что я кого-нибудь представляю. То я Дарина. То я Джульетта. А сегодня утром я вытирала пыль, как орлеанская девственница. Адель, ты глупее, чем я думал. С такими манерами, с такой... А впрочем... Прошу. Ба-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да. Спину немного назад. Так. Тап-тап. Тап-ба-да-ба-да-ба-да-ба-ба. Голову немного наклони. Ла-ба-да-ба-да-ба-да. Ла-ба-да, улыбнись. Ла-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-па-па. Ла-ба-да-ба-да-ба-да-па-па. Ла-ба-да-ба-да-ба-да. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-пам-пам. Адель. Да? Ты хочешь быть актрисой? Да. Я тебе дам прекрасную возможность попытать счастье. Сегодня... Известный русский покровитель театрального искусства князь Орловский дает в своем особняке бал-маскарад.
Все театральные знаменитости будут на этом балу. Вот тебе билет. А дальше? Иметь успех актрисы на балу у князя Орловского — это открытые двери в любой театр. Но для этого, милая Адель, ты должна оказать мне небольшую услугу. Да, я сделаю все. Произвести впечатление. Открытые двери в любой театр. Много вы понимаете, господин директор театра. Все дело в платье. Вернее, в полном его отсутствии. Так что, прошу меня извинить, дорогой князь. Но прийти к вам всего числа, как вы меня об этом просите, я не смогу. Хотя именно этого мне больше всего хочется. Что, если бы действительно я смогла проявить талант? Ой. И стать актрисой? Свадебный подарок. Что? Дело в том, что сегодня свадьба одной моей родственницы. Ага. И я хотела попросить вас. Да? Отпустите меня на всю ночь. Но ты же говорила, что все твои родственники живут в деревне. Кроме бабушки, кажется, которая живет в городе. Да. И как раз сегодня свадьба моей бабушки. Что? Серебряная. Ну, позволь.
Ведь она же умерла. Да, умерла. Но умерла как раз в день своей серебряной свадьбы. И... Эти цветы я купила специально для того, чтобы положить их на могилку бабушки. Отпустите меня! Так куда? На кладбище. Ты что, с ума сошла? Ночью на кладбище? Кому это нужно? Бабушке, конечно, это не нужно. Дедушке что? А дедушке это необходимо. Боже, как он ее любил. Как он ее любил. К сожалению, дедушка может приехать только ночным поездом. А обратно ночного поезда нет. Ну и мы решили, посидим на могилке. Поплачем или помолимся. А утром я провожу его и вернусь домой. Ну, пустите меня. Я устала слушать глупости. Глупости. Ну, Генрих, не сердись. Слушай, давай проведем эту ночь вместе. Да? Неужели ты хочешь поехать вместе со мной в тюрьму? Нет. Я хочу, чтобы ты вместе со мной поехал на бал маскарад. Какой маскарад? К князю Орловскому. Да? К Орловскому? Ты шутишь, Фальк. Меня сейчас ждет другая компания. Грабители и убийцы. Твои приятели никуда не денутся. Да, но я дал честное слово судье, что в 8 часов вечера буду в тюрьме. Явишься к утру? В 8 часов вечера или в 8 утра. Какая разница для тюрьмы? Для тюрьмы, может быть, и никакой, а для Розалинды. А при чем тут Розалинда? Но она будет думать, что я в тюрьме. Ну и пусть думает. Раздумья украшают женщину. Да, но... обманывать жену нехорошо. Карамболь! Ты меня искушаешь. Значит, отказываешься. Отказываюсь. Ты хоть знаешь, от чего ты отказываешься? От чего я отказываюсь? В разноцветных огнях ждет гостей особняк. В волнах сказочного света через парк плывут кареты. Ослепительно белые приглашенные ждут столы. Серебро, хрусталь, фарфор, реки вин, роскошный ужин, блеск улыбок и жемчужин, пенье скрипок и валторн. Умоляю, погоди, пощади. Артисты, циркачки, фонтаны в саду, лакеи в горячке, шампанское во льду, шелков колыханье, огни шутих, и чье-то дыхание у губ твоих, в чаду маскарада, любовь, игра. Не надо, не надо, идем, пора. Заворожил, околдовал, уговорил, еду на бал. Ждет пролетка. Переодеться нужно мне. Там места не были, лишь решетки в окне. Кондовый.
оказался. Верь, не зря я так старался. Вот в чем соль, победил тебя мой корабль. Только истинный талант превращает прозу в сказку. Арестант, надевший маску, это снова коммерсант. Только подлинный талант превращает прозу в сказку. Арестант, надевший маску, это снова коммерсант. Бегу одеваться! Адель! Адель! Ты отправишься в мастерскую. На улицу. Там шьют театральные костюмы. В витрине ты увидишь роскошный наряд летучей мыши. Скажешь хозяйке, что это от меня, и возьмешь этот наряд. В этом костюме ты... В этом костюме ты отправишься на бал к князю Орловскому. Там ты увидишь своего хозяина. Но он же уезжает в тюрьму. В тюрьму он не едет. Мы с ним едем на бал маскарад. Там ты его сможешь увидеть. Постарайся сбить его с толку. Очаровать. Заставь потерять голову. Докажи, что ты актриса. Ну, ясно. Одним словом, необходимо, чтобы твой хозяин влюбился в тебя. Ой. Ясно? Ясно. Вперед. Нет, нет. Солнышко мое, я ухожу в тюрьму. Во фраке? Да. А что тебя удивляет? Все-таки я иду в незнакомое место, в первый раз. Ну, конечно, когда его посадят еще раз, он наденет пиджак и пойдет как свой человек. А ты не рано собрался? Ведь за тобой должна приехать тюремная карета в 8 часов. Не так ли? Нет, я не буду ждать тюремной кареты. Генрих Айзенштайн, финансист, поедет в тюрьму в собственной карете. Да! Прощай, моя дорогая. Не знаю, что ждет меня в тюрьме, но я буду ждать встречи с тобой. Любовь не знает меры, она всего сильней. Любви смешны барьеры, особенно моей. Любовь благая тайна, она сродни судьбе. Моя бескрайна, особенно к тебе. За что такие муки, и в чем моя вина, что каторги разлуки я приговорена, не чищу ли строго, Бог поступил со мной, я вопрошаю Бога. За что, о Боже мой? 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 За что, о Боже мой?
за что? За что? О, Боже мой! За что? За что? О, Боже мой! За что? За что? О, Боже мой! За что? О, Боже мой! За что? 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 О чем ты плачешь? Я не плачу. О чем ты плачешь, я тебя спрашиваю? Мне жалко дедушку. Он придет на могилку к бабушке. А меня там нет. А как зовут твоего дедушку? Не князь ли Орловской? А? Я не виновата. Это все господин Фальк. Он мне сказал, что если я хочу быть актрисой, я должна поехать. Ну, это чудесно. Один говорит, что идет в тюрьму и отправляется на бал. Другая говорит, что идет на кладбище и отправляется туда же. А я... А я тоже поеду на бал. А я не поеду? Нет, ты поедешь. Делай все, как тебе сказал Фальк. Да. Привези платье летучей мыши. Да. Но его надену я. А я? Для тебя тоже платье найдется. Боже мой! Альфред, как вы сюда попали? Госпожа Розалинда, я видел, как уехал ваш муж. Уходите здесь... отсюда, уходите. Мне сейчас не до вас. Уходите немедленно. Сейчас сюда должны приехать. Альфред! Идите сюда. Ай-яй-яй, вы совсем промокли. Позвольте мне побыть с вами. Смотреть ваши глаза. Слушать ваш голос. Снимайте ваш сюртук. Проходите в столовую. Альфред! Альфред! Вот халат. Можете его надеть. Не так. Вот так. Вот. Идите. Идите к огню. Вот. Пожалуйста, садитесь. Так. Вам необходимо согреться. Выпейте. Пожалуйста. Позвольте мне выпить за мою беззаветную любовь к вам. Не говорите мне о любви. Все обман. Ну, что я могу сделать, чтобы вы были счастливы? К сожалению, мой милый Альфред, вы этого сделать не можете. Я бы хотела, чтобы мой муж Генрих всегда был дома. Никуда не спешил. Сидел бы вот в этом кресле, в котором сейчас сидите вы. Текли бы часы. Шипел кофейник. Вот, собственно, и все. Все пустяки. Вам пустяк, а мне беда. Не сложился наш дуэт. Не успев подумать «да», вы уже сказали «нет». Не слыхал я горше слов, не слыхал грустней. Встретить не успел любовь и прощаюсь с ней. Но пускай летят года, тихо тая без следа, буду вас любить всегда, раз и навсегда.
дым, это жизни алфавит. Весело тот, кто любим, кто любит, тот грустит. Прошу вас, не пейте так много вина, скорее трезвейте, пора прощаться нам, пора прощаться нам. Ах, ни к чему теперь трезветь, по последней и адью. Я хотел от счастья петь, а теперь от горя пью. Я люблю вас, я не лгу, верьте мне, мадам. Я уверен, что смогу пригодиться вам. Директор муниципальной тюрьмы, мадам. Да? Что такое? Чрезвычайно расстроен тем, что беспокою вас, но долг есть долг, мадам. Вот предписание, простите, вот предписание. Я должен забрать вашего мужа в тюрьму. Это он? Да-да, пожалуйста, проходите. Даже камушки на дне понимают толк в вине. Прошу простить, но вам пора. А кто такой? Вы птичка, рыбка или камушек? Я директор тюрьмы. Тогда давайте выпьем. Выпьем? Никогда не встречал такого веселого арестанта. Благодарю. Вы мне нравитесь. За то, чтобы все смотрели на мир с юмористической стороны. Знаю, счастье дым, это жизни алфавит. Весел тот, кто любим, кто любит, тот грустит. Господин Айзенштейн, пора в тюрьму. Советую одеться потеплей. Открыть вам страшную тайну? Да. Здесь нет никаких Айзенштейнов. А вы? Слышишь, Залинда, он принял меня за твоего мужа. Кажется, я не вовремя. Возложи Розалинду, он принял меч. Нюм, нюм, нюм. Он шутит только из тюрьмы, всегда в запасе у него. Смешной найдется трюк. Да шуток просто сам не злой, вот он какой любимый мой. Веселый мой супруг, так что вас, мой генерал, Генрих просто разыграл. И даже в час, когда она случается беда, хохочет он его закон не вешать никогда. И даже в час, когда у нас случается беда, хохочет он его закон не вешать никогда.
У вас чудесная семья, и вот что я решил. Вам до утра отсрочку я дарю от всей души. Закон суров, но все ж любовь сильней оков. Ой, Бог, что делать мне, нежданный поворот? Нет, нет, мой добрый гений, я этой жертвы не приму. Прошу без промедлений скорее забрать его в тюрьму. У нас солидная тюрьма, так пусть проспится он сперва, а там к 20:00 ко мне явиться сможет сам. Святыня закона превыше всего, раз муж заслужил, заберите его железной рукой, исполните долг, иначе какой законности долг? Встаньте, милый мой, и следуйте за мной. За мной! Скорей! За мной! В тюрьме богатый и бедняк здоровый и больной живут себе спокойно, как за каменной стеной. Я вас прошу на отдых к нам в тюрьме покой и тишь. Такой покой находишь там, такой покой находишь там, что если даже ходишь там, то все равно сидишь. Молодости нет, бесстыдно как, не простудит на сквозняках. Прошу вас. Гони в тюрьму. Прошу на отдых к нам в тюрьме покой и тишь. И если даже ходишь, там ты все равно сидишь. Один за то, что его дары безоглядно всегда щедры. Оно нас сделает добрей и благородней и мудрей. Эту песнь мою в его честь пою, за искусство бокал свой пью. Радость забвенья, горьких сомнений, тайна продления ярких мгновений. В этом чистом, этом лучистом, этом искристом золотом вине пью за свершение светлых мечтаний, за исполнение ваших желаний. Верьте, верьте мне, друзья, пью за чистых и нежных, пью за первый подснежник, пью за юные ваши года, да-да, да-да, да-да. Пью за ваши улыбки, пью за наши ошибки, за весну и любовь, да за весну, да за любовь. Эту чашу пью за дружбу нашу, за огонь во взорах, за сердечный торг. Эту чашу пью за встречу нашу, за веселье ваше.
еще раз. Вы что, с ума сошли? Пишите, пишите. Снимите сейчас же. Пожалуйста, прошу вас. Говори всем, что ты приехала из Парижа, что ты баронесса. А вдруг я себя выдам? Побольше знаменитых имен. Держись подальше от моего мужа. А главное, не попадись на глаза Фальку. Да. Ой. Прошу вас сюда, моя очаровательница, прошу вас. А ну-ка, любезнейшие, две рюмочки коньяку. Где же она? Послушай-ка, любезный человек, а чего лицо мне твое знакомо? Ты здесь новенький? Новенький, ваша милость. Человеком я стал позавчера, а до этого я был лесничим. А почему ты так переменил профессию? Из чувства самосохранения. Месяц тому назад на охоте некий охотник Эйзенштейн подстрелил меня вместо рябчика. А Эйзенштейн? Да. Так я только что его отвез в тюрьму. Да, его посадили на 10 суток. Счастливец. А в чем же такое счастье? Ну как же, ведь он же 10 суток будет сидеть, а я по его милости не могу присесть даже на минутку. Из меня извлекли 64 дробины и 38 еще осталось. 36. А в какое же место он попал? Я по латыни забыл, как это называется. Ну, а без латыни лучше не говорить об этом. Больно. Нет, когда я стою, ничего, ничего. Ну, обидно. Даже лакеи надо мной издеваются. Говорят, вот, нас было 14, а теперь стало 15 с дробью. О, пардон, мадам. Нельзя всю жизнь надеяться только на родителей. Ой, хорошо. Слушай меня внимательно. Сейчас я научу тебя одному упражнению, которое должна знать каждая интеллигентная девушка. Значит так. Подними свою ручку, вот так. Сожми в кулачок.
отогни большой палец и приставь его к носу. Да не к моему, ты к своему. Вот так. Теперь подними кверху мизинец. Вот так. И представь себе, что вот этот мизинец мужчина. И вот ты смотри на этот мизинец, на этого мужчину. Смотри, не отрывая глаз, поворачивай его так вправо, потом налево, направо. Да нет, не крути головой. Ты одними глазами. Так туда, сюда, туда, сюда. Давай сначала. Туда, сюда, туда, сюда. Сюда я тебя поцелую. Вот такое упражнение. Туда, сюда, туда, сюда. Называется стрельба глазами. И как только подойдет тебе какой-нибудь мизинец, какой-нибудь мужчина, я тебе тихо скомандую. Пли. И ты сделай так, как я тебя научила. Thank you.
Что?